Так, ну а здесь, по преданиям древним, по финской мифологии, это как Адам, первый человек, созданный богами. Вот, в глубине, грубо говоря, да, в выступе скал здесь расположили вот такую скульптуру. Вот тут куча туристов. Ну что, идем дальше вдоль скалы. Проходишь 10 метров, и опять интересный кадр. Проходишь еще 10 метров, и опять что-то интересное. Так что, поэтому и получается кусочками видео.